Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Наверняка вы все помните, как Борис Гребенщиков неоднократно высказывался против России. Более того, он, значит, как пишут СМИ, выделял деньги, сбор средств для помощи ВСУ, называл русских очень нехорошими словами, скажем так, чтобы не произносить это все дело здесь. В общем, по полной программе отменял, скажем так, нашу родину. И сейчас, когда они видят, что Россия выстояла и выстоит обязательно, мы не сомневались в этом, для них это, видимо, стало каким-то откровением. А вдруг Гребенщиков, как пишут в СМИ, начинает переобуваться. Россияне говорят: нет, Бориска, до свидания. Вот что он сказал. Лучше отменить всю культуру вообще, и буквы нужно отменить. Потому что как может быть такое, что у них одни буквы, а у нас такие же? Лучше отменить все буквы. А рушат не Пушкина, а рушат статую. Статую можно порушить, Пушкина нет. Интернет-пользователи усомнились в искренности заявления музыканта, пишут СМИ. Значит, Гребенщикову припомнили слова о том, что, значит, русские являются такими-то, а также сбор средств для помощи ВСУ. Вот что пишут люди. Они сначала кроют родину, а потом, убедившись, что никому не нужны за границей, вдруг вспоминают, как они любят Россию. Ждет нашего жухлого кумира будущее незавидное, лишенное уюта и уважения, под стать прожитой жизни. Его здравый смысл находится в кошельке. Нет, Бориска, до свидос, пишут люди в комментариях. То есть, понимаете, друзья, с такой помпой уехавший и так, поливающий Россию, вдруг они понимают, что Россия, в общем-то говоря, выстояла и выстоит, и они могут здесь зарабатывать больше, а у них же кошелек, у них же не душа здесь, а кошелек. И они начинают потихоньку говорить так все, чтобы приехать и продолжать здесь зарабатывать. Но я думаю, что наши люди будут всегда помнить все, что эти люди сказали. Друзья, что думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.